Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем выполнять контракты в Black Badger Lake. У Мэтью пополнение в автопарке, вот такой вот резвани небольшой. Ну, новая DLC вышла, вот, купил. По тюнингу здесь ничего особенного нету, тем более, что паркоп к нему также не цепляется, как и к тому резвани. Но я надеюсь, что он более шустрый, более маневренный. Вот из модулей кузова, в общем-то, только ремкомплект в багажнике и малый верхний багажник с небольшим запасом топлива на 80 литров. Разведывательный такой скаут. Ну, для коллекции, как говорится, пусть будет. Вот, а мы с вами продолжаем. Точнее, нам нужно завершить вот этот вот контракт с домом на севере. Так как не поступило никаких предложений по поводу автомобилей, будем продолжать выполнять на 512-м Пасифике. В общем-то, погнали. Долго трындеть не будем. Так, а чё по времени? Чё-то темнеет, чё ли? Да. Не надо нам темнеть. Давайте нам утро. Как мне сказали, на этом Пасифике главное, чтобы передние колеса никуда не уперлись. А так он, в принципе, гребет более-менее. Так, а деньги? Деньги у нас есть, интересно? А, 4000. Это ни о чем. Я думал заехать посмотреть, может, что-то еще улучшить. Нет, мы улучшили уже все, что могли на этом Пасифике. Поэтому сейчас сделаем небольшую дозаправочку просто-напросто. Благо здесь скаут около гаража, он всегда может дозаправиться в самом гараже. Так, заправить скаут. Верхний багажник. Во. Вот так. Погнали. На лесозаготовительную станцию. Бум. Бум. По этой чудесной дорожке. Попробуем вот так вот, может, переключаться он не будет тогда. Как переключается, так теряет скорость обязательно. Бедный Мэтью. Там теребонькается в этих кушарах.
Опа-опа-опа. Так, а вот тут уже лучше по-тихому попробовать пробраться. Тут коварные, а? Поворотище. Так, ну и заехать. Попробовать задним ходом. Управление грузом. Длинные бревна. Оп. Есть контакт. Погнали. Не надо нам петь лицензионную песню. Мы сами можем спеть, если понадобится. Ну. Давай. Вот зараза. Поползли по-тихому. Вот, мне написал в комментариях человек, который живет в регионах с подобным климатом. И говорит, нету там столько камней. Бурелом есть, болото есть, трясины есть, но столько камней нету. Вот это вот, говорит, неправильно сделано. Не, в смысле, нереалистично. Так что... Не все тут по реалиям. Как оказывается. Мне некоторые ребята просто усиленно доказывают, что вот в точности так оно и есть. Ну, как оказалось, не всегда и не везде. Шаечки. Вылез красавчик наш.
Я ж, по-моему, ни разу еще отсюда с кабины от первого лица не ездил. Давай посмотрим, как здесь все. А, ну, типичная такая старенькая кабина. Американская, да? Скаут, поможешь нам заправиться? Во, пойдет. Погнали. Вот жалко, что в дождь дворники не работают. Вот это было бы реалистично. Но здесь немножечко движок, конечно, под другое заточен. Под физику автомобилей больше, а не под погодные условия. Так что наслаждаемся видами и следим за дорогой. В эту сторону же мы вытаскивали, по-моему, да? По-моему, да. Вот здесь, по-моему, засел наш грузовик. Да. И сейчас случилось то же самое. Лебедка закреплена. Ну да. Хотя вроде как ползет, смотрите. Может, без лебедочки обойдемся, а? Оп! Достает до туда, да? Не, ну вот так по чуть-чуть и можно, в принципе. Могучий куст. О, как! За столбик, за столбик, ну! Зараза. Чё, не достаешь? Нет, не достает. Но здесь он уже сам, по идее, выкарабкаться должен. Еще один куст могучий. О как! Аж унесло, смотрите. Жесть. После обновления игры что-то они с кустами сделали, как мне кажется. Потому что вот это вот, как его называют, дополнение, вот это резвание, ну, там явно не столько гигов, насколько обновилась игра. Игра почти на гиг обновилась. А, кстати, еще один человек мне посоветовал мод. Я первый мод за все время установил на SnowRunner. Мод, который убирает коллизию камеры. Вот это вот дурацкое вот подпрыгивание камеры и так далее. И тому подобное. Вот ссылочку на сайт, где я его скачивал, я, наверное, оставлю в описании, потому что устанавливается мод вручную. Так, дальше. Единственный недостаток этого мода
том, что его нужно каждый раз переустанавливать после обновления игры. Потому что после обновления игры, игра этот мод затирает. А так, ну, пока что вроде бы работает. Посмотрим. В общем, как его устанавливать, я думаю, там на сайте, по-моему, на сайте должно быть написано. Немножко геморройная установка, правда, да. Это есть. Но если он действительно будет всегда работать, то оно того стоит. Вот еще раз повторюсь. Я до этого все время играл без модов. Это первый мод, который я установил в SnowRunner. Впервые за 250 серий. И это скрипт. Скрипт, который сбережет очень много нервов. Я так думаю. Здесь, конечно, трясина та еще. Но самое интересное у нас, друзья, впереди все-таки ждет. Это подъем вот на эту Сапун-гору сейчас. Да, конечно, что-то с чем-то будет. Так. Давайте вот отсюда попробуем себе помогать. Смотри-ка, как крепко сидит-то. И не ломается вот эта ветка. Он уперся в ветку. Угу. Уперся в ветку. А ну-ка вот так, если... О, пошел, пошел, пошел. Я вот замечаю, чем длиннее трос... тем он лучше тянет, как оказалось. Куст могучий. Блин, вот кусты реально некоторые сильные. Это же за куст, да? Это мы за куст зацепились. И куст выдержал. Куст прямо ого-го. Все, поползли. Сапун-гора начинается.
Направо я уже не поеду теперь. Хватит. Плавали, знаем. Так, здесь все веточки должны заново были появиться. Его приплыли, да? Куст могучий. Куст, ты могучий. Нифига не могучий. А ты? Тоже не могучий. А, ну это уже ветка. Во, пойдет. Длиннее трос, лучше тянется. Уперся, что ли? Вот зараза, уперся. Нет, проехал, проехал. Так, о! Торчок какой. А дальше нет. Ну, давайте вот центром зацепимся теперь. Во, во. Попёр бобёр. Красота. Я, наверное, опять так же заеду вот сюда. И вот отсюда буду карабкаться. Смотри-ка. Как усердно не хочет. Мы на камушек сели, да? Так, а чё? Почему я не могу зацепиться за неё? А, сломанал уже, да? Уже сломанал. Ладно, вот сюда зацепим. Чуток вперед протянем. Так, а если не здесь залазить, а вот еще дальше проехать? Допустим, вот тут вот заруливать. Не проще будет. Вот тут, может быть, можно за что-то посе... Да.
посерьезней зацепиться. Ну, камень, да? Да, серьезный такой камень. Ну-ка давай вот так. Сломал, зараза. Это переворот сразу. Так. Попробовать с камня с этого слезть. Пуст, ты могуч. Слабый. Слабый куст. А ты? О! О! Вот это куст, я понимаю. Попробовать его объехать справа, этот куст. Вот эта елочка должна быть прочной. Да. Эта елочка прочная. Вот зараза, здесь подстава. А мы сейчас вот так попробуем развернуться. Куст. Подляна. Во, во, во. Опа. Не управляется. Оп. Оп. Да ну ладно, а. Давай, давай, в сторонку. Оп. Есть, просочился вроде. Вроде бы просочился. Ну чё, сдаемся? Забирайте ваши бревна. О, спасибо за работу. Не знаю, куда они денут такую кучу дров, но это уже не наши проблемы. 15-100. Отлично. Что мы будем делать следующим этапом нашего марлезонского балета? Так. Лесопилку добивать. Сюда вот повозить, вот отсюда бревна. Или же дать перерыв длинному лесовозу, сесть на короткий и привезти 2 единицы средних бревен. Вот сюда. Давайте, наверное, покатаемся сегодня на этом котяре. Так, для начала контракт мы этот примем. Дела железнодорожные. Принять контракт. Все, средние бревна. Можно было бы отсюда, но не хочу. Хочу пустым вот по этой Сапун-горе подняться. Так, и нам до заправки. Погнали! Покатаемся сегодня на этом.
катерпиллере. Потихонечку переползем мостик. Угу. Красота. Тапунгара. Так, заправочка. Есть. Поехали. Отседываем подальше от музыки. Так, надо теперь только определиться, какой дорогой и как нам ехать. Так, и да, время вечер. Время вечера, нам по факту свернуть надо вот здесь. Вот здесь, вот так, через кирпичный каркас, вот сюда. И отсюда уже повезем бревна. Ночуем, Мэтью, подальше от музыки. Пойдет. Он же боится воды. Я забыл совсем. Хотел со всей дури в воду плюхнуться, но вовремя вспомнил. Взял правее. Что он воды боится же. У него же нету шноркелей. Лишь шноркелей. Управление грузом. Бревнами, грузом. Поехали. А
Отъедем в стороночку. Ну, по-моему, вот так по дорожке, по дорожке. Так, а дальше вопрос. Так, а дальше спускаться надо. Или же проехать вот сюда чуть-чуть дальше. И где-то вот здесь перелезть. А? Вот здесь вот что-то меня это... Что-то я очкую туда лезть, честно. Поехали прямо. Да, там такое какое-то такое... Такое какое-то противное место. Так, здесь не лучше, да? Угу. А ведь не показаны здесь вот эти ямы, да? Но вроде как не глубокие. А-а-а, здесь сейчас болотище будет. Мама, не горюй, да? Непролазная и непроходимая, скорее всего. И везде маленькие елочки только. Поэтому надо прям по ним ехать, ближе к большим, чтобы было. Так, а там чего, пеньков наставили? Ну, все как обычно. Вот собаки бешеные, а? И тоже пень здесь. Вроде нет. Здесь, блин, теперь как-то маневрировать надо. Вот так. А, ну, собственно, если здесь пни, то можно за них и цепляться. Это нам дает преимущество. И раз. Так, ну, в принципе, дорога неплохая. Давайте с этой лесозаготовительной станции повозим бревна. Я не против. В общем и целом здесь ехать можно.
Так. Средние бревна. Грузим. Отлично. И валим, валим, валим отсюда вам. Пускай свои песенки сами слушают. Там наклон плохой, сюда направо поедем. Да не, нормально. Прям вообще, как сейчас модно говорить, изи, да? Хорошо, здесь музыки никакой нету. Так, 4 единицы длинных бревен. Вот этого красавца давайте отгоним в сторонку. Ну, здесь пускай у ангарчика и стоит. Так, и чё, перепрыгиваем теперь в этот? Я думал... Мы за руль сегодня этого монстра сегодня больше не сядем. Ну ладно. По крайней мере, попробуем доехать до гаража хотя бы. Опа. Ну как же без этого? Ох, как с горки идет хорошо. На горку бы так шел. Ой-ой. Чё это я? Чуть не завалился. Мысли. Ах ты зараза.
Так, а мы за тебя и зацепимся? Или нет? Здесь такой фокус не проканает. Заколебало, блин. Не туда цепляется. Во. Я надеюсь, к этому дому больше не придется возвращаться. Правильно сказал этот диктор в контракте. Пусть сами что хотят с этими бревнами делают. Наше дело привести. Выбрались из этой чачи. Заправимся, давайте. А соточку до гаража хватит, а там уже... В гараже уже нас заправят по-любому. Хотел посмотреть, во что он уперся, он сразу испугался и ретировался. Дескать, нет, все нормально. Куда она закреплена? Нет, туда не надо нам закреплять. Я не хочу останавливаться просто, чтобы вручную цеплять, потому что вроде идет, а пока идет, надо ехать. Теперь должен, оп, зацепиться.
Так, не будем мучить скаута, наверное. Самостоятельно. Заправимся. И починимся заодно. Вот так. Что по времени? Ну, пусть будет утро. Мэтью типа отдохнул. Тюнинг сейчас еще раз проверим. Двигатель у нас самый топовый. Коробка передач тоже. Шины, как мне сказали, вот эти самые нормальные для него родные. Вот что нужно сделать. 19570 мы улучшенную среднюю лебедку в сандалим. Да. Да, вот эту продадим. Вот так. Угу. Запаску можно приголубить теперь, да? Почему нет? Шноркель есть. Ну и все. Покраски тут какой-то фирменной своей нету. Все. Можем покидать гараж. Почти как Дерри Лонгхорн стал. Лучше бы топливо. Канистры с топливом там были, а не запасные колеса. Честно. Как по мне. Ну да ладно. Так, я вот думаю, может быть, начать вот с этой лесопилочки, она поближе. Вот здесь такая дорожка коварная, явно по ней можно вскарабкаться, да? Сначала проехать вот здесь. Или вот сюда, нет, нет, вот здесь проще, наверное, проехать будет. Попробуем. Попробуем. Автомобиль не загружен, должен, по идее. Бубух, бубух. Шурух, бубух. Оба, оба, опа-па. Топлива лишним не бывает, хоть мы и израсходовали фиг да нифига. Но здесь такой бачок маленький, что действительно эти 10 литров лишними не будут. Ярик, текай, бачок потик. Так, перебраться через бродик и...
Че, уперся, не? Нет, вроде. Ползет по-тихому. Че, куст могучий? Ага. Могучий куст. Супер. Кусты форелла. Так. Теперь посмотрим, куда нам двигать. Ну, по факту, вот так, вот так, вот так. Разведаем, что за дорожка. Можно ли будет сюда спуститься по этой же дорожке с бревнами. Если вообще можно будет по ней подняться. Хотя этот Pacific камни, по-моему, не любит. О, пенечки, пенечки. Нет. Однозначно нет. Так, тогда на эту лесопилку единственный путь вот такой. Нам придется на нее залазить, потому что бревен нужно 4 единицы. А здесь, ну, 4 груза, а здесь 2 груза всего. И на этой 2 груза. Но с этой проще будет. А вот здесь вот будет головняк, конечно, да. Блин, особенно вот меня смущает то, что здесь пней наставили. Начинаются чудеса. Куст выручай. Тут диверсия у нас. Да что его еще можно зацепить? Еще за один куст. Куст оказался немогучий. Так. Может, вот этот за камушек куст зацепится, не? Так, а можно сделать проще, наверное. Во, вот так. Да, здесь... Смотри-ка, в куст уперся, и все. Давай-ка мы этот куст под себя подомнем. Чувствую, лесопилочка будет хреновенькая. В плане добраться до нее.
уже вижу, какой там подъем чудесный. Еще я ощущаю всеми фибрами тела и души, что нам придется гнать сюда заправщик. Оу! Такие места обычно другие немножко лесовозы забираются. Типа Буффало, вот как Farming Simulator 15 там был. Такие полувездеходики. Но явно не грузовики. Конечно, да. Перебор. И зацепиться, ну да. Если бы можно было за что-то зацепиться, то игры бы не было, правильно? Так что, нормальная дорожка. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Такие всегда должны быть на лесопилке дороги. На лесозаготовке, точнее. Это ж с реальной местности срисовано, в кавычках. Ну вот, поворчал и легче стало. Поворчал и легче стало. Кстати, спуститься, может быть, и можно здесь с бревнами. Ну, как вариант. Так, все, добраться мы сюда добрались, народ. А, наверное, бревна повезем уже в следующей части. А то серия уже долго идет. Мэтью и так ухайдокался. Единственное, что здесь вот эта музыка. Я камеру немножко в сторонку оттащу. Так, да, может быть, спуститься и можно будет. В общем, посмотрим. Будем, как говорится, посмотреть. Так, а здесь можно... А, здесь можно вот по этой же тропе и вот так вот пробираться. Смотрите-ка, поверху, чтобы вот здесь не карабкаться по этому болоту. Как вариант. Как вариант. В общем, в следующей части бревна как привезем, наверное, будем забираться тоже вот здесь. Ну и следует пригнать сюда какой-нибудь заправщик. Вот. С АЗС. АЗС здесь далековато ехать. Здоровья вам и удачи во всем. Пока. До следующей серии. Мэтью уже дрыхнет.